Значит, сегодня это курочка, приготовленная в тандыре. А, так пахнет дымком. Вот у меня белый хлебушек. В общем, друзья, приятного вам аппетита. Давайте кушать. Вообще дымом пахнет. Лучок-то тут. Лучок с укропчиком. И с петрушечкой. Сегодня, друзья, к своей доченьке в гости, к Лизочке. Вот так недавно пришел домой. Шкурка вот вкусная из курочки, пропитана каким-то соусом, специями. Сейчас выходил гулять. Это столько народу на улице гуляет. У нас погода хорошая. Тепло. Где-то +3 градуса.
есть канал, называется канал Азикизм. Вот. Так что подписывайтесь на его канал, очень интересный канал. Там тоже видео про еду, ну, и также видео на, ну, о жизни, там разговоры. В общем, классный канал. Канал называется Азикизм. Ну, наверное, некоторые из вас знают этот канал, да? Вот, а кто не знает, подписывайтесь на этот канал. Канал называется Азикиз. Вообще, я говорю, прям запах дымка такой. Это, кстати, у нас там кафешка, короче, недалеко от моего дома. Вот, и в этой кафешке вот готовят вот так курочку в тандыре. Съел. Лучок такой вообще вкусно маринованный. Мясо такое сочное вообще.
Сочнейшее мясо. Все, друзья, я накушался, это я уже не съем, это уже потом доем. В общем, так, руки. В общем, спасибо вам огромное за просмотр. Счастья вам, здоровья, удачи и всего-всего самого наилучшего. Вот. И пусть удача всегда сопутствует вам. И пусть все ваши мечты сбываются.